Здравствуйте, уважаемые студенты. Тема сегодня, лекция номер 2, дисциплина охраны труда. Тема урока – система управления охраной труда. Сегодня мы рассмотрим 3 вопроса. Первый – это основа трудового права. Второе – управление охраной труда. И третий – организация охраны труда. В первую очередь мы рассмотрим следующие. Основные направления охраны труда персонала. Сюда входят 5 направлений. Первое – это управление охраной труда. Она состоит из 4 подпунктов. Что входит в управление охраной труда? Это разработка НПА, входящих государственные нормативные требования охраны труда, создание службы труда, планирование мероприятий по охране труда и статистическая отчетность по вопросам обеспечения безопасных условий труда персонала и по несчастным случаям. Второе направление – обучение и профессиональная подготовка работников по охране труда. Он состоит из следующих направлений. Профессиональная подготовка работников по охране труда. Обучение специалистов по охране труда. Как вы видите, оно взаимосвязано. Следующее. Обучение других руководителей и специалистов. Дальше оно связано с обучением рабочих по охране труда. Также оно связано еще с вредными или опасными условиями труда. Не связанное обслуживанием, испытанием, наладкой ремонтов, оборудования и так далее. Следующий подпункт – это связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой ремонтов оборудования, использованием инструмента, хранением и применением материала. Третье направление – обеспечение безопасного условия труда. Он состоит из следующих пунктов. Это государственная экспертиза условий труда, аттестация рабочих мест по условиям труда, сертификация работ по охране труда, разработка инструкций по охране труда, защита работников от воздействия опасных производственных факторов, то есть это техники безопасности соблюдения. Также защита работников от воздействия вредных производственных факторов, то есть это и есть производственная санитария. Четвертое направление – это профилактика профессиональных заболеваний в процессе труда. Он также состоит из 3 направлений. Это первичный периодический медицинский осмотр, сохранение здоровья женщин и молодежи до 18 лет и льготы и компенсации за вредные и опасные условия деятельности. Ну и последнее, 5 направление – это возмещение вреда, причиненного несчастным случаем или профессиональным заболеванием. Так, он также состоит из следующих пунктов. Это обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, оказание медицинской помощи пострадавшим, расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний. А теперь перейдем к первому вопросу. Основы трудового права. Здесь мы рассмотрим основные принципы правового регулирования трудовых отношений. Из чего она состоит? Она состоит, это свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда, защита и безработицы в содействии и содействие в трудоустройстве, обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, равенство прав, обеспечение каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы. Также он состоит из обеспечение равенства возможностей работников на продвижение по работе, обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов, обеспечение прав работников на соучастие в управлении организацией, предусмотрено законом в формах, сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений, социального партнерства,
обязательность возмещения вреда, причиненного от работников в связи с использованием их трудовых обязанностей, установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, право каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, право на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, обязанность сторон трудового договора соблюдать их условия заключенного договора, право представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства, право работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности, но и обеспечение права на обязательное социальное страхование работников. Это все, что я здесь перечислила, это есть основные принципы правового регулирования трудовых отношений. Все, что здесь было сказано, оно было закреплено в Конституции Республики Казахстан, также в Трудовом кодексе. Основные направления действия трудового законодательства – это создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по организации труда и управлению трудом, трудоустройству данного работодателя, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников непосредственно у данного работодателя, социальному партнерству, то есть ведение коллективных переговоров, участие работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства, материальной ответственности работодателей и работников, надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства, но и решению трудовых споров. Основные законодательные акты по охране труда – это следующие. Законы и подзаконные акты. Законы, что сюда входит? Основные три закона. Это первое. Конституция Республики Казахстан. Она была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. Что нам дает Конституция? Она гарантирует право рабочих и служащих на труд, свободный выбор рода деятельности и профессии, право на отдых путем установления рабочей недели, продолжительности рабочего времени, предоставляется ежегодно оплачиваемые отпуска, дни еженедельного отдыха. Следующим законом является это закон об охране труда, который был введен в действие 22 января 1993 года постановлением Верховного Совета Республики Казахстан. Закон об охране труда направлен на обеспечение права работников на охрану труда, устанавливает основные принципы национальной политики и государственного управления охраной труда в этой области в целях предупреждения несчастных случаев и повреждений здоровья на производстве, сведения к минимуму опасных и вредных производственных факторов. И третий основным законом, законодательным актом является это Трудовой кодекс, который был введен 15 мая 2007 года. Ну и законы субъектов Республики Казахстан. В следующей у вас графе подзаконные акты. Сюда входят это указы президента Республики Казахстан, имеющие нормативный характер. Постановление правительства Республики Казахстан, межведомственные нормативные акты, Министерство труда и социального развития, других министерств и ведомств, нормативные акты исполнительных органов власти, субъектов Республики Казахстан. Следующим у нас основным достижением в области охраны труда это является введение государственных стандартов, то есть системы стандартов безопасности труда. Или сокращенно мы будем говорить ССБТ.
Что это такое система стандартов безопасности труда? Это комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила организационно-технического, метрологического, санитарно-гигиенического характера, направленные на обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Перед вами я представила, как оформляются стандарты. Так, вот, к примеру, ГОСТ. Что он собой представляет? ГОСТ – это есть индекс, то есть государственный стандарт. Здесь у нас цифра 12. Он является принадлежностью стандарта к комплексу системы стандартов безопасности труда. Следующее мы обозначаем через точку, через X – это у нас цифры. Следующая вот эта цифра означает группа стандарта. Следующие три цифры после этой точки – это порядковый номер стандарта в группе. И последние вот эти две цифры – это год утверждения самого стандарта. Система стандартов безопасности труда, он состоит из 10 групп. Начиная с нулевой по девятой групп. Здесь я представила перед вами 5 групп, которые имеют свои названия. Остальные, с 6 начиная по 9, это у нас резервные группы. Итак, наименование. Нулевая группа. Организационно-методический стандарт входит. Первая группа – это стандарты требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов. Вторая группа – стандарты требований безопасности к производственному оборудованию. Третья. Стандарты безопасности, требования безопасности к производственным процессам. Четвертое – это стандарты требований к средствам защиты работающих. Ну и пятое – это стандарты на требования безопасности к производственным зданиям, помещениям. Также я внизу привела примеры государственного стандарта системы безопасности труда из различных групп. Перед вами вот посмотрите, ГОСТ, государственный стандарт, принадлежность стандарта к комплексу это 12, нулевой группа, нулевая группа, это есть организационно-методические стандарты. То есть что это означает? Это организация, обучение, безопасность труда, общее положение. Так, дальше, 0, это у нас группа стандарта, которую я рассказала уже название. И следующие вот эти три цифры, 004, это означает порядковый номер стандарта в группе. Ну и последнее, это 90, это год утверждения этого стандарта. Точно так же, следующий, посмотрите, государственный стандарт 12, номер 1, группа 1. Что это означает? Через группу 1 мы видим, это стандарты требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов. Что здесь называется? Система стандартов называется электробезопасность. Защитное заземление, зануление. Как раз он относится к стандарту номер 1. Следующий. Государственные стандарты по охране труда. Вот те первые 5 стандартов представлены перед вами. Что сюда входит? В группу нулевое. Организационно-методические стандарты основ построения системы. Устанавливают структуру, цели, задачи и области распространения системы стандартов безопасности труда, терминологию в области безопасности труда, классификацию опасных и вредных производственных факторов, методы оценки безопасности труда. Ну, следующий номер 1 – это были у нас стандарты, требования и норм по видам опасных и вредных производственных факторов. Сюда входит... Это стандарты, которые устанавливают предельно допустимые значения нормируемых параметров. То есть сюда относится это характер действия, предельно допустимые значения, методы контроля и так далее. Второй. Стандарты требований безопасности к производственному оборудованию устанавливают общие требования безопасности по всем группам производственного оборудования. Третье.
Это безопасность к производственным процессам, устанавливает общие требования к отдельным группам технологических процессов, к размещению оборудования и организации рабочих мест, режимам работы технологического оборудования и так далее. Четвертое. Стандарты на требования к средствам защиты работающих. Классифицирует все средства защиты и устанавливает требования безопасности к эксплуатационным, реконструктивным и гигиеническим показателям отдельных классов и видов защитных устройств и так далее. Также нормативно-техническая документация по охране труда подразделяются на следующие виды. Стандарты безопасности труда. Здесь в скобках я привела сокращение. ГОСТ – это есть государственный стандарт. ОСТ – это отраслевые, республиканская РСТ и стандарты предприятий, сокращенно СТП. Строительные нормы и правила – СНИП, сокращенно. Санитарные нормы и правила – СН. Также к нормативно-техническим документациям по охране труда относятся правила техники безопасности и производственной санитарии, инструкции, указания, положения. Государственный и общественный контроль за соблюдением требований охраны труда. Посмотрите, общественный контроль и государственный контроль. Общественный контроль – это прокуратура Республики Казахстан, инспекция труда, государственные инспекторы труда и иные должностные лица. Это служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. И эта служба подразделяет, в свою очередь, на промышленный, экологический, энергетический, санитарный, эпидемиологический. Общественный контроль – это объединение профессиональных союзов, правовые технические инспекции труда, профсоюзные инспекторы труда. Сюда также общественный контроль занимается кто? Уполномоченные лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работников, представителей органов. Сюда также относятся комитеты по охране труда организации. Ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда. Посмотрите здесь. Действующее законодательство устанавливает виды юридической ответственности. Какие виды? Это дисциплинарная, административная, уголовная, материальная и гражданско-правовая. Второй вопрос – это управление охраной труда. Основные направления государственной политики в области охраны труда. Как вы видите, здесь тоже приводится перед вами очень много пунктов. Это обеспечение приоритета сохранения жизни работников, целевые программы улучшения условий охраны труда, государственное управление охраной труда. Сюда также относится государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда. Компенсация за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, финансирование мероприятий, организация государственной статистической отчетности об условиях труда, эффективной налоговой политики, средствами индивидуальной коллективной защиты. Это есть основные направления государственной политики. Государственная политика в области охраны труда, он состоит из четырех пунктов. Это планирование, организация, контроль и оценка, действия по совершенствованию условий труда. И каждый раздел подразделяется, под каждым находятся свои подразделы. Государственное управление охраны труда. Он состоит из следующих. Создание структуры системы, планирование мероприятий, организация мероприятий и контроль эффективности мероприятий по охране труда. Все это есть анализ и статистическая отчетность по вопросам обеспечения безопасных условий труда персонала и несчастным случаям. Дальше идет государственное регулирование в области охраны труда. Оно состоит из трех пунктов. Это органы Федеральной инспекции труда, специально уполномоченные органы, внутриведомственный государственный контроль. Система управления охраной труда включает в себя совокупность организационных форм и методов совместных действий органов законодательной исполнительной власти Республики Казахстан и ее субъектов. Основными задачами инспекции труда являются
Это обеспечение соблюдения защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда, обеспечение соблюдения работодателем трудового законодательства, обеспечение работодателей и работников информации о наиболее эффективных средствах и методах соблюдения положения трудового законодательства. Так, надзоры изучают причины и разрабатывают методы по предупреждению несчастных случаев на производстве. Основные функции управления охраной труда – это у нас из 5 пунктов состоит, которые. Первый – это производственная безопасность и анализ условий труда, планирование мероприятий по охране труда, организация, контроль и условия охраны труда, мотивирование работы по охране труда. Это есть у нас основные функции. Третий вопрос – организация охраны труда. Организация охраны труда в организациях. Система управления охраной труда организации является частью общей системы управления, которая включает организационную структуру, планирует действия, обязанности, методы, процедуры, рассмотрение и поддержание политик систем, а также контролирует риск, связанный с работой организации. Основные задачи системы управления охраной труда в организации. Это определение и уточнение целей, основных положений политики организации в области охраны труда. Разработка, согласование, реализация программ. Оценка, учет и нормирование основных рисков. Осуществление контрольных функций, координация работ, направленных на предупреждение аварии. Подготовка и аттестация персонала. Анализ причин производственных травм и профессиональных заболеваний, расследование причин возникновения несчастных случаев и аварий. Основные задачи службы охраны труда я перед вами представила. Но я хочу остановиться на работе профессиональных комитетов, которые существуют при организациях. В каких же они участвуют задачах? Принимают они участие в решении задач охраны труда. Что они делают? Они готовят предложения, участвуют в выработке решений, которые направлены на улучшение работы по охране труда, здоровья и окружающей природной среды. Организуют и проводят общественный контроль за соблюдением законодательства о труде. Организуют и проводят обучение уполномоченных и членов совместных комитетов по охране труда, оказывают необходимую консультационную помощь работникам по вопросам охраны труда, здоровья и окружающей природной среды. Также он участвует в работе комиссии, которая проводит комплексные проверки при проведении административно-общественного контроля за состоянием охраны труда на всех уровнях. Также профессиональные комитеты участвуют в расследовании несчастных случаев и аварий на производстве, в работе комиссии по приемке и эксплуатации вновь построенных и реконструированных зданий и сооружений. Ну и в конце, ребята, я вытащила 3 вопроса для закрепления. Прошу ответить на эти вопросы. Назовите нормативно-техническую документацию по охране труда. Что понимает под управлением охраной труда? И какими функциями обладает управление охраной труда? На этом наш урок закончен. До свидания.